Никаких ограничений. Представители Сбербанка России прокомментировали ажиотаж, связанный с выдачей наличных. В банкоматы Сбербанка выстроились очереди. Люди напуганы слухами о том, что в ближайшее время якобы заблокируют операции выдачи наличных с банковских карт. Эту информацию опроверг на пресс-конференции управляющий саратовским отделением Сбербанка России Алексей Нарыкин. Он сообщил, падение рубля не повлияет на работу с международными платежными системами. Также Алексей Нарыкин прокомментировал ситуацию с повышением ключевой ставки Центробанка. Было принято решение об увеличении процентов по вкладам. По словам специалистов, в штатном режиме продолжится работа по обслуживанию физических и юридических лиц по кредитованию. Выдача по ранее принятым решениям ведется как по корпоративным клиентам, юридическим лицам. Мы сегодня только выдали более 4 миллиардов кредитов только корпоративным клиентам. Около 4 миллиардов. Вот только сегодня. И завтра мы удовлетворим опять все заявки, которые к нам есть. По физическим лицам, как работали, так и работаем.